Еще одна долгожданная стройка в Савино. В муниципалитете должна появиться школа на 700 учащихся. Главный вопрос – когда ученики смогут сесть за парты? Сейчас выполнено 70% фундамента. Кирпичная кладка ниже нулевой отметки. Губернатор на площадку приехал, чтобы лично уточнить выполнение задач госпрограммы по строительству новых школ в регионе. Будут в январе 19-го. На Пёрске кончайте с нами играть. Школы, короче, и переводе с вашего на русский, школы не будет к сентябрю и к концу года. Школа – это не только здание. То есть дети когда смогут прийти? Вопрос задаю. В 2019 году, потому что только в 2019 будет оборудование. Понятно. К концу 2018-го здесь будет школа со всем монтируемым оборудованием. Со столовой, вентиляцией, но без парт, штор и прочего. Сумма всего этого 50 миллионов рублей. Их Минобр выделит только в 2019-м. И если власти хотят открыть школу в следующем году, средства нужно искать в каких-то других бюджетах. Больше просит и подрядчик. Отчитывается, единые расценки на материалы и ресурсы с фактическими закупочными не совпадают. Расходы выпадают, и подрядчик не может их компенсировать. Губернатор проникся, мы на следующей неделе соберем совещание, просмотрим предложения, которые подрядчик предлагает, ну и в рамках действующего законодательства будем искать способы решения. Пока стройка идет, школьники учатся в переделанном помещении детского сада. И, как они сами рассказали губернатору, каждый день ходят посмотреть, как возводят здание будущего учебного учреждения. Очень уж ждут. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново, Савино.